Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 23 февраля, и я бы хотела поздравить всех мужчин с этим чудесным праздником. И хочу вам пожелать, чтобы за все то, что вы брались, у вас обязательно это все получалось, и сбывались все ваши мечты и задумки. Меня, кстати, по статистике смотрят 11%, ну почти 12% мужчин, хотя я думаю, что статистика это не совсем верна, так как многие же смотрят через аккаунт там мужа, например, или сына. Я, конечно, сомневаюсь, что мужчины меня смотрят, но если вы меня смотрите, то я вас, конечно же, поздравляю с этим праздником. Да, у нас тут продолжается ремонт. Сейчас я вам тоже покажу, что у нас, как у нас обстоят с этим дела. И я на неделе не покрасила стены, честно признаюсь. Муж сейчас клеит обои и сказал, что покрасит уже все сверху. Вот такой вот у нас сейчас тут в этой комнате творится хаос. У меня, наверное, такой гул. Там лежат мои тапки, я тут не хожу. Вот. В общем, в принципе, ремонт полным ходом. Здесь еще не оклеено. Там уже все оклеено, но, видите, они еще очень сырые. И муж будет поверх все это дело красить. Вот, отодвинули шкаф. В общем, вот такой вот у нас хаос. Хаос, но зато будет красивенько. Очень. Я, кстати, уже заказала письменный стол. Так что, может быть, на следующей неделе он приедет. И будет классно. И за окном такая прям зима-зима. И вот здесь вот в комнате тоже. Тут муж расстилает, разрезает ковер, плинтуса. Тут обои, там обои. В общем, вот такой вот у нас сейчас прям хаос и кошмар в доме творится. Но ничего страшного. По поводу подарков своим мужчинам, что я буду дарить. Я в этом году, девочки, отмазалась. Очень-очень классно, причем отмазалась. Мы сейчас поедем в магазин Декатлон, и мои мужчины сами себе выберут все, что они хотят. Они хотят там какую-то грушу, еще что-то, какие-то перчатки боксерские, в общем, много чего. Поэтому мы просто поедем в магазин Декатлон, и они все выберут. Мне кажется, вообще класс. Вот, а также я хотела с вами поделиться. У меня есть такие, не знаю, мысли по поводу... В общем, моему мужу сделали подарок, ну... Одна часть из подарка – это были продукты от компании Faberlic. Я как-то давно, очень давно заказывала тоже продукцию Faberlic. Я заказывала там что-то из косметики, мне не особо что-то понравилось, но как-то мне было неудобно заказывать. В общем, я больше не покупаю ничего от Faberlic. Если вы заказываете, если вам вообще эта тема интересна, обязательно напишите мне, может быть, у вас есть какие-то любимчики, и вообще хотели бы видеть вы подобные видео на моем канале, потому что если я буду заказывать, то я, естественно, буду это показывать вам. Поэтому, не знаю, я сейчас посмотрела и на Ютубе, и много где. Многие девочки очень хвалят дом Faberlic, очень хвалят, что еще, детскую одежду от Faberlic. Всякие порошки и так далее. Я думаю, может быть, зря я не обращаю внимания на эту марку. Может быть, тоже стоит что-нибудь заказывать. В общем, напишите, если вы заказываете. Вообще хотели бы вы, допустим, видеть такие видео на моем канале. Или уже надоел всем этот Faberlic. Потому что, в принципе, практически все блогеры заказывают Faberlic. Вот я думаю, может и мне стоит, может быть, зря. Зашла на сайт, посмотрела там цены, в принципе, достаточно все так бюджетно, может быть, действительно продукты хорошие. В общем, обязательно напишите мне по поводу Faberlic внизу. А почему я вообще задумалась о Faberlic? Потому что, в общем, моему мужу подарили вот такую трио. Это гель для душа, дезодорант и туалетную водичку. Гель для душа очень приятно пахнет, очень приятно, мне прямо он очень понравился. Такой мужской какой-то, не знаю, ну очень приятный. Вот он мне очень понравился. Я даже попробую принять душ. Мне кажется, мне должно понравиться. Все может быть, да? Дезодорант еще. Ну, дезодорант, знаете, тоже имеет такой приятный аромат. Ну, не знаю, как он будет в носке. И маленькую такую туалетную водичку. Но насчет туалетной водички... Я цены на нее не смотрела. Вот такой маленький флакончик. Ну, я не скажу, что прямо какой-то супер крутой аромат. Он мне отдает немножко ирисом. Он немножко, даже немножко, наверное, ирисом. Вот мне почему-то ирисы ассоциация. Он не стойкий, просто такая малюсенькая водичка. И такая, не знаю, нанести дома и так далее. Я просто к чему? Я к тому, что для
ценовой категории вот неплохо, вот очень даже неплохо. Это, конечно, не люкс, это, конечно, не сравнится с люксом, но, в принципе, неплохо. Я думаю, может быть, и женские тоже есть неплохие. Я люблю использовать дома какие-то ароматы, такие легкие, знаете, ненавязчивые. Думаю, может быть, тоже попробовать. В общем, обязательно напишите мне по поводу Faberlic, если у вас какие-то любимцы, еще раз повторюсь, и вообще как вы к этому относитесь, к Faberlic, и то, что он появится на моем канале, обязательно напишите. Мне на самом деле очень интересно, потому что насмотрела сейчас всяких девочек, кто снимает Faberlic, в принципе, все так хвалят. Может, и мне тоже поддаться всеобщему течению. Вот. Ну, а сейчас мы поедем в магазин Decathlon, и я вас возьму с собой. Молодец. Красивать. Нет. Ничего так клёво. Но мне не твой голос не нравится. Да. А можно я возьму, чтобы бить? Иди сбить. Эска. Говори, чтобы сдачи не дала. А это что такое за штука? Поймайная штука. Мама, смотри. Давай. Это не надо, Лёва. Лёва. Держись. 15. Ну, это была штучка. Да, я Посмотри, бинокль. Здорово. Бля, бинокль. А можно я сниму тапки и полежу? Возьмем, ты в другое место. Мужской рай. У тебя как раз носки военные, Владусь. Да. Да? Ловля окуня, ловля на мормышку. Вот у меня вот такой. А ты кого ловить будешь? Карася. Карася? Да, вон там. Там такие маленькие. А здесь червяки уже накопанные в холодильничке. Сколько стоят червячочки? 49 рублей, 49 рублей и 99 рублей. Класс. А вот я несу... Еще тут консервы для рыб, смотри. Вот сюда нужно заложить что-нибудь. Все. Червячком, думаешь? Да. Консервы для рыбок. Сейчас идем. Вот такие вот. Это, кстати, перловка. Ой, да. Какая длинная. Лёва, не убей только никого. Не убью. Точно не убьёшь? Убьёшь. Не ломай. Смотрите, какая тут целый набор. Угу. Вон там ещё уточка. Хочу.
хочу такую штуку. Дай руку. Вы все хотите? Дай руку. Лук со стрелами. Когда начинаешь. Стрелы, слава богу, с липучками. Я стреляю. Класс. Я всех убью. Закупились спортсмены, едем домой. Ночь уже, да? Итак, приехали мы домой. Сейчас покажу, что купили. Взяла себе вот такие гантельки. Ну как это, у меня дети, конечно, взяли, но и мне тоже для занятий по 1,5 килограмма. Стоили они где-то 500 рублей. К сожалению, мои чек куда-то потеряли. Сказали, что был в пакете. В пакете не оказалось, как всегда, в общем. Ну, где-то они 500 рублей стоили. 2 штучки было в упаковке. Дальше муж у меня взял шорты. Они тоже где-то 400 рублей стоили. И вот такое полотенце для бассейна. Кстати, классное полотенце. Вот муж у меня говорит, оно такое тоненькое. То есть его можно вот так вот свернуть. Резиночку так одеть, ну, аккуратненько, да, и будет занимать мало места, тоже оно стоит где-то 500 рублей. И также у меня взяли грушу и перчатки мальчики, вот это младшему вот такие перчатки, вот, а это у меня старший взял вот такие, вот, но они как бы так чисто побороться с папой, с грушей и так далее, в общем, грушу тоже повесим в детскую комнату, потом покажу. Вот. Так что вот такие покупки у нас были. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, и я очень жду ваших комментариев по поводу Faberlic. Не забудьте их оставить. Всех люблю, целую и до новых встреч!